Простите, сэр. Я ищу работу. Работник я ответственный, все делаю по максимуму. А девиз мой – хочешь выиграть в лотерею – сначала заработай на билет. Итак, что скажете, могу начать завтра или хоть сейчас? Нет, я тебя не возьму. Мы первые! Обойди вокруг машины, сними, что внутри! Эй, а ну отойди! Снято! Ухожу, уже ухожу! Это покажут по телевидению? В утренних новостях. Больше крови, выше рейтинг. А вам, случайно, помощник не нужен? Я начинаю новый бизнес, буду снимать для новостей. Эй, ты, а ну назад! Я снимаю острые сюжеты. Может, ты видел утром мой материал об убийстве при угоне машины? Не, у меня телека нет. А сотовый у тебя ну, есть? Да. С GPS? Да. Поздравляю, ты принят. Окей. Нам нужен следующий поворот направо. Ты гонишь слишком быстро! Ты успел раньше копов. Я никогда не попрошу тебя сделать то, что не стал бы делать сам. Прошу прощения, у меня есть кое-что такое, что вас очень заинтересует. У тебя острый глаз. Если будет что-то интересное, сразу же дай мне знать. Что-нибудь вроде этого. А что нам нужно? Представь себе, как вопящая женщина бежит по улице с перерезанным горлом. Мы с вами еще увидимся. Вторжение в частный дом. Должен вызвать полицию. И вызовем, когда придет время. Мы найдем парня, который был за рулем. Включай камеру. Я детектив Фронтери. По-моему, вы скрываете информацию. С моей стороны, это было бы крайне непрофессионально. Это потянет на убийство. Мне нужно то, что ты обещал. Нечто такое, от чего люди глаз не смогут оторвать. Тут нужно все отснять. О, боже! Думаю, Лу всех нас вдохновляет достигать новой вершины.